Я сделал уже один раз ошибку и пошел без банок. Геп, you go solo? Что? Я соло? Геп соло, получается, в этой катке будет. Как же мы это выиграли? Здорово, народ, вы на канале Арчи. Да, вы видите по превьюшке то, что это смайт, это геп. Ну блин, это необычный геп, это геп на соло. Моя команда не смогла согласовать со мной действия, ну либо я с ней не смог. В итоге, эта катка на гебе, который стоит на соло, стоит против Ассириса и терпит. С каменным лицом, собственно. В общем, видео все увидите. От вас я буду ждать лайк, комментарий какой-нибудь по поводу этой всей катки. И погнали смотреть. Ну, нежданчик, да, геп на соло. Я не играл гебом на соло. Чё вы ржёте, блин? Я не играл гебом на соло вообще никогда в жизни. Ну все, ладно, будем первый раз тогда, получается. Первый раз геп на соло. Только попробую зарыть. Да я думал, я саппорт. Если выиграешь, то YouTube. Да я всегда, если выиграю. Не, ну если катка хорошая будет. Если я выиграю там с каким-нибудь 1-2 там счетом или там, не знаю, 0-1. Кому оно надо? Неинтересно. Ты можешь меня не бить, ты? Ну это... Чё, прикол что ли такой? Чё, прикол что ли такой? Я не мог пройти, у него что? У меня сапог, у него что? У него коса. Герсиас на миду, по-моему. Да, на сцеле. Офигеть, Ассирис душит, а чё он так душит, чат? И как мне быть? Блин, ну как, что за команда? Свапнулся, попытался с сербером свапнуться, сербер не свапнулся. Теперь оказалось, что он свапнулся со мной. Help right lane. Be careful, middle. Да, да, мне еще похер, Ассирис, честно, мне еще похер. Моя стрессоустойчивость идеальна. Сейчас взорвусь, сейчас взорвусь, чат. Хотите взорвусь? Сейчас жопа сгорит. Поле боя меняется, а дерьмище одно и то же. Ну, стрессоустойчивость, да, но жопа-то сгорит все равно. В дзене прям. Слушай, ну вообще да. Эпичный на Ассирисе игрок в доту. Чего вы меня там троллите? Меня команда затроллила, чат. Вы же понимаете, это косяк вообще жесткой команды. Я взял специально саппорта, взял под Хоуи, взял против Меркурия, потому что через криты пойдет. Понимаете, все было продумано, продумано все было до миллиметра. А в итоге оказалось, как всегда, это же ненормально, блин. Help left lane. Help right lane. Help. Я все, я левел проигрываю. Да ёб твою мать, Ассирис, ну ты че такой беспонтовый-то, блядь? Ну и как мне против него стоять?
Вот если без рофлов, как мне против него стоять? Типа, что я должен сделать? Okay. Стой, терпи. Я чё, камень, что? Блять, я камень, да. Все, я стою, терплю туда, все. Раз играем камнем, значит терпим. Главное познать дзень. Каменное лицо здесь. О, спина болит, потому что я вечно тащу. О, господи, он еще и все миссит. Ой, какой ты вообще беспонтовый, Сирис. Вообще беспонтовый. Чел просто стоит и меня, типа, этот... И линию стопит. И еще беспонтовый. Иди гангай, ты же такой, типа, драться там любишь. Так же делаешь на кейле. Да не, не было такого ни разу. А если что-то есть на видео, то это фейки. Это все фейки. Какой опыт? А, от стартера? Я не думаю. Да не, утка, на самом деле он все правильно делает. Его нельзя назвать глупым или еще как-то, потому что он все правильно делает. А что ему еще делать? По таверку он не залезет, и я его там убью, скорее всего. Ну, либо ему будет очень больно. А не стопить крипов нет смысла, тогда у нас будет одинаково по опыту. Ну, типа, какой в этом смысл? Все он правильно делает. Я просто, если бы знал то, что я буду, типа, саппортом, ой, не саппортом, я бы другой стартовик купил. Шо? Шо? А что? Ну, сейчас буду. Ну, мы же никуда не идем, ты сказала. Ну, убираться будем, конечно. Да, иди пожри, потому что мы будем сейчас сидеть и сидеть тут. Утка спам. За спам бан. Я не понимаю, куда он делся, ну ладно. Ну, если двойка не откатится, нет смысла даже бить. Не, ну я даже тотемы забираю, смотри. Так-то вроде нормально. An enemy has been slain. Another taken out. Completed. Чем он хилится так сильно? Ничем, он лук собрал. И все равно дамажит больно, как бы оно ни было. Не знаю, пока Великс не придет гангать, я еще ничего не сделаю. Будем терпеть. Терпеливый геп, блин. Если видео на YouTube выйдет, назову его терпеливый геп.
Он, смотри, он просто, вот он просто смотрит на меня очень пристально. И даже, ну, как бы не отводит. Куда бы я ни пошел, он тут же смотрит, куда я иду. Да? Мое почтение, блядь. Ой. Команда кайф, спасибо. Спасибо за ганг, парни, блядь, спасибо. Мог щит кинуть, ага. Только я на себя весь урон взял. Куда щит мог кинуть? У меня он был в КД, разве нет? Да я не привык гебом играть, чарч. Да ну и вот и что мне с ним делать опять? Сука. Слабый геб какой-то. Конечно, слабый, ё-моё, я не играл никогда. Короче, ужасная Сирис, просто ужасная. Он вообще не отходит с линии, он просто чекает максимум мои мувы все вообще. Я могу куда угодно просто свернуть вот на секундочку. И он сразу смотрит и бежит в мою сторону. С желанием меня убить. Такой еще беспонтовый. Ну, он все правильно с тактической стороны делает, но типа... Вообще ужасно. Бесит меня, злюсь. Да я терплю, я видишь, я стою вообще максимально сейвово. Максимально сейвово стою. Хорош, Герсис. Моя задача только терпеть, все. Не знаю, где Осирис. Я спокоен, как камень. Your right tower is under attack. Your right tower has been destroyed. Ну давай. Ну давай. Уже не так, да, кайфово. Нормально. Герсис, ко мне подойди. Ага. Хорошо. Спокоен, как камень. Да я вижу, чамп, я вижу. Все, я спокоен, как камень просто. Просто каменный геп. Ну, нормально. Все хорошо. Я просто спокоен. Нормально, нормально. Мы вытерпим этот чат. Так. Мне знаете, что нужно? Блин, а чё б на силу такого взять-то в натуре? Я знаю, я придумал. Посмотрите на его таверку. Как вам? Вкусно. Пальномикон, конечно, не сейчас мне нужен будет. Его бы потом бы собрать, но нормально. И так сойдет. Бумс. Мы спокойны, как камень.
Ну и просто спокойно. Короче, да. Забрал баф, да. Тихо, таварка. Я тут грязь делать собираюсь. Идем пушить таварку. Достоялся, Айсирис. Достопился. Фридвин можно. Кстати, да. Спасибо за баф. Ну! Ох, Япона, мать. А, 7 хп! Что мы сделали? Это что было? Это что было? Это ж... Ну, это просто уничтожение было, вы видели? О, спина болит. Потому что я вечно тащу. Меня она убьет. Хорошо. Уф. Это моментик был, да? Так, теперь мне нужно еще что-то на физу. Что-то вот такое. И блинк, естественно, блин. Я просто уничтожу сейчас. Ну, у меня был кулдаун, как бы, при всех раскладах. Нац. Ладно, плохо. Блин, жалко, что Великс этот отъехала. Нет. Домой. Ай! Нормально. Ой, этих не убью. За мной Меркурий. We need to press or be careful, metal. Хорошо. Может быть, на скорость атаки что-то собрать еще? Плюсом ко всему, чарч. Что мы можем собрать на скорость атаки самое быстрое? Блин, кольца, может быть, кольца. Угу, надо подумать. Не надо? Думаете, не надо, да? Кольцо Гекаты, говорит. Брат, я не достану до тебя. Set up an ambush. Ultimate is ready. Ауч. Чё ж так больно-то? Retreat.
Блядь, ну как он попал? А где? Вот кто спамил? Герсиас, ты спамил атаку? В атаку Герсиас, он фуловый Герсиас, все, репорт, бан. А за что? Ну типа как-то непонятно вышло, непонятно получилось. Макдеф нужен будет, Макдеф. Герсиас, ну шо ж... Домой. Хорошо. Да ты со своим, блять, ультом. А чё хуй? Просто факаши, тип. Да, и теперь он идет драться. Понимаю. А, так он 15 левела, о чем разговор вообще? 0-4, 0-4 дуо отстояли. Кайф. Собрать, передвин, что ли, собрать? Или не Придвин, может Мердина собрать? Давай Мердина соберем. Привет, привет. Да Макдеф там только Кукулькан, понимаешь, меня дамажит. Только Кукулькан. Но один айтем на Макдеф меня не спасет от его ульты, понимаешь? Да, не, просто задача не моя его убить. Вот странно, да, то, что Кукулькан в меня ультит по КД. Ну, команда троллей, я понял, короче. Attention, please. Attention, please. Your middle tower is under attack. Attack. Я не могу атаку, у меня нет сейчас. Будет атака или не будет? Пусть похилится. Помощь будет, блядь? Уф, как я ушел, блин. Это просто жесть какая-то. Не, у него есть перчатка. Зачем мне собираться в ХП? Артём, у меня есть саппорт, который в ХП. Если что, у меня есть щит. Хорошо, Герсиас.
Я большую ставку на Герсиса в этой катке делаю. Вы видели, сколько у него урона? Я не понял, кто кого бьет, Скорпион или этот. Лол. Мне пишет, что я не ульчу? Ну да. Понимаю. Rachel has many faces. They will help us. Ультов ноль просто. Мне кажется, то, что да, он хочет, чтобы я прям перед ним ультанул так. Я их только что засейвал в этом файте. Только что. Ультанов. 17-17. Это жесть, какая потная катка на гебе. А была бы легкая, если бы я был бы с саппортом. Ultimate is ready. Ultimate is ready. We need wards. Ago. Retreat! 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 On my way. Блин, вот их бы мы цепанули бы сейчас. Уф. Бумс! 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 Ну и чё толку? Да сука! Я думал, хватит урона! Спасибо за подписку. Хорошо, хорошо, хорошо. Или плохо, плохо, не знаю. Хорошо или плохо. Два в один, два в одного мы сейчас сыграли. Не знаю, мне кажется, это плохая идея, конечно, с Fire Giant, ну ладно. Да бей, бей! Retreat. Да почему? Мне как было. Это просто жесть, что за АДК. Ой, хорошо, забайте. А, ее Кепри спас, прикинь. Жесть. Блин, ну так какая-то жесть, какая потная катка. Просто японский, блять, ну что это за урон? Что это за урон такой? Такого не должно быть, блять.
Да у них один кукулькан, у них один кукулькан. Хер с ним. Охренеть он мне, он 2000 урона мне нанес. Да все по стандарту. Книга, пробивание, кулдауны. Полиномикон. Стандартный, стандартный билд. Да сука. Я его должен убить. Ты силер. Да вы что, издеваетесь, что ли? Офигеть, давай, 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 аккуратней только, аккуратней. Бля, да что ж вы такие странные-то? Или сраны? Как же потно-то, господи, пожалуйста. Я уйду, я уйду. Жесть просто какая. Что? Просто крипчик мне помешал, прикинь, уйти. World of Fire, World of Gold Fury, World of Fire, World of Gold Fury. Так, что мы делаем со стартовиком? Но мы уже вот эти предметы не будем, да, началки? Нам их не дадут. Нам их не дадут купить, точно. Тогда что? Тогда нам нужно заменить сапог на что-то домашнее. We need wards. Бомч, бомч. Но я не буду в него ультить. Нет смысла. Мне нужно Меркурия поймать. Ультой нужно Меркурия поймать. Началку не, нельзя купить, по-моему. Когда продал уже все. Пошел ты. Щит. Как же жестко мы пофайтили сейчас. Что за дичь происходит в этой катке? Чарчи, я еще не понимаю.
Было жестенько. Кого-то убили, блин. Ну как мы выиграли файт, и в итоге что? Они заберут все равно ФГ? Антикрит собрать на Геба? Входящий бонус урона от критических ударов снижается на 75%. Антикрит на Геба? Я поэтому Меркурий сейчас не задолбил руками. Так, мне главное сейвить Герсиаса. Уничтожено. Блять, ну нет. Ну как я мог мисснуть сейчас? Ай, мой косяк. Мне, короче, нужно продать собаку и купить Тахути. И купить Тахути. Только с Тахути я смогу более-менее хоть что-то сделать. У меня такое чувство, что у нас Эвеликс вообще ничего не делает. Может быть такое? Или мне показать? Ой-ой-ой, двоечкой. Ой-ой-ой, хорошо. Все, исправился. Ладно, исправился. Умер, но исправился. И крипы Феникса забирают. Уф, хорошо. Блин, эта катка действительно... Это самая равная, потная катка из всех, которые у меня были еще в этом сезоне. Вообще прям жесть какая-то. И сейчас вырубается свет. Не-не-не-не-не. Так. Ты там за двух играешь в антовиков? Да не-не. Ой, Герс, хорош. Нац! Засейвил. Ну, как засейвил? Спас его, получается. Генк. Я не знаю, сколько Герсиас ему будет урон наносить. А, нисколько. О. Ладно, Герсиас, да нет смысла, наверное, за ним гоняться, нет? Или есть? Или есть? Я не хочу его ловить ультом. Я не знаю, что делать с этим Хоуи. Плиз, пожалуйста, чел, ну просто сгруппируйся с нами. Retreat.
Да как я его спас сам же ж, ну... Что у меня с ХП, все нормально? Ну, у нас АДК не играет, я не знаю, мы без АДК ничего не можем сделать. Замедлил Герсис, замедлил его. А Герсис дефает это. Они теперь сплит пушат. Минус 2 феникса за раз. Мы их просто убить не можем, у нас нет урона. У нас нет урона, просто мы их убить не можем. У нас урон наносит только Герсис. Только Герсис наносит урон, и все. Из всей команды. А Великс вон просто херней занимается. Но он только Герсис убивает, лол, он один просто. Вообще не знаю, что делать. Be right back. Okay. Блин, чё б такое? Но мне Тахути по-любому нужен. По-любому Тахути нужен. А до Тахути мне как до этого. Феникс у них поднялся. Вот этот тоже плохо, конечно. Ой, как же они поймали Хепри. Но это может быть байтом. Это может быть байтом. А меня нету. Поймайте Кукулькана, убейте просто Кукулькана и все. Блять, он сбил, прикинь. Просто уничтожаем их. Бумс. Щит. Жестко, как же жестко, блин. Атак за Тайтан. Если это видно, я говорю, съем носки. Видели, как нужно сейвать? Ух, приятного аппетита, Элсорос. Ой, хорошая победа-то какая, блин. Не, ну Геп нас... Вы заслужили эту победу, так возьмите ее. Я иду хавать, но приятного аппетита получается. Было жестко, было жестко.